Так, водонапорная станция, насколько я понял, у одних из заброшенных очистных сооружений во Владимирской области. Где конкретно я говорить не буду, так как не хочу, чтобы сюда начался крестный ход всякой молодежи. И не дай бог кто-нибудь разобьется. И тогда я себе этого никогда не прощу. Ну и очень неприятно будет на самом деле это. Место мне подсказали двое местных диггеров, которые здесь однажды были. Их любопытство привело их к этой станции. Но они, ребята, молодые, впечатлительные. И что-то они здесь то ли услышали, то ли увидели, то ли им показалось что-то необычное в этом месте. И они решили очень быстро отсюда уйти. Один из них сказал, что когда они спускались вниз по этой станции, то увидели некий силуэт мужчины, стоящего на лестнице. Я думаю, что это может быть плодом их воображения, может быть плодом их не сформировавшейся до конца психики, просто нервы ребят подвели немножечко. Вот. И, соответственно, они решили очень быстро отсюда убежать. Да, сыграл еще тот фактор, что ребята были здесь ночью, так же, как и я, примерно в это время. Сейчас 11:30. И они сказали, что были здесь в 11 часов вечера, так как они нашли это место в последнюю очередь. Вот. И ходили и исследовали другие места. У меня к этому времени, к сожалению, не получилось приехать. Получилось только так. Но, тем не менее, я думаю, что если здесь есть что-то интересное, то я это обязательно увижу. Сейчас я попробую, вернее, не попробую. Зайду в то место, где они спускались, и попробую увидеть или услышать там что-нибудь необычное, если оно, конечно, там есть. Ого, однако мрачное здесь место. Это были бы отличные декорации к какому-нибудь фильму ужасов. Рукав пожарный. Ржавые, полуржавые, облупившиеся трубы. Вот так вся эта красота выглядит моими глазами, без найтшота. Так, прям даже интересно стало. Сейчас спустимся, только нужно быть очень осторожным, потому что лестницы здесь все проржавели уже давно, и неизвестно, насколько крепко они привалены. Но, слава советским сварщикам! Варили они на совесть. Интересно, эту штуку не повернешь, не крутится. Главное, башкой здесь ничего не задеть. А то будет бобо. И это без сказки везде ложу. На свой страх и риск.
Да. Действительно очень мрачно и жутко. И неудивительно, что тут потом могло что-то показаться. Мне самому уже кажется, что здесь кто-то будет из глубины вот этого вот прекрасного подвала. Очень жуткое место. Здесь заброшено все не меньше 10 лет, то может быть и больше. Так, это не двухэтажное. Сейчас я отсюда вылезу, наверное, как-нибудь. Продолжим осмотр. Здесь надо быть, конечно, крайне осторожным. Сходим на второй этаж и посмотрим, что там интересного. И потом я буду спускаться вниз, в темный и мрачный подвал. Так, здесь есть какая-то комната. Посмотрим, что здесь. Фу, очень атмосферное место. Так и кажется, что сейчас кто-то выскочит из-за угла и попытается меня укусить, чтобы я превратился в такого же мутанта, как и это существо. Здесь, судя по всему, была раздевалка для рабочих, чтобы они могли снять чистую одежду и одеть рабочую. Везде кнопочки. Так и хочется нажать на пуск и услышать, как завывают двигатели, еще не прогретые, только включенные. Обожаю этот звук турбин. Место, конечно, очень-очень стрёмное. Поднимемся на второй этаж и посмотрим, что там. Так, вот лестница на второй этаж и вниз. Ну, вниз оставим на потом. Для начала же я поднимусь на второй этаж и исследую его. Да, пугают меня такие ржавые, обгупившиеся двери. Офигеть. Что здесь? Да, вот теперь мне действительно становится мрачновато и жутко. Это какой-то чан.
резервуар для воды, я так понимаю. Здесь производился какой-то сток воды из этого резервуара. Вроде как перелив, как я понимаю. Да, если бы это были фильмы ужасов, из этой трубы капала бы, лилась кровь, и кровью была бы наполнена вот эта вот яма. Яма здесь не такая уж и глубокая, как ожидалось. Пластиковые трубы. Что-то здесь непонятное было. Разрушено. Здесь его подвешивали неугодных рабочих, провинившихся. И опускали их вот в этот вот чан с водой, или что здесь было. Их зверски пытали для того, чтобы они встали таки на путь исправления. Так, теперь можно отсюда как-нибудь спуститься. Так, лучше задом я буду спускаться. Вот так вот будет лучше. С этой стороны еще одна труба. Истоки. Видимо, это вниз все трубы, которые идут ниже. Здесь кто-то есть? Есть здесь кто-то, кроме меня? Ты хочешь со мной поговорить? Тебе есть что мне сказать? Спускаемся вниз. Так, здесь есть еще две комнаты. Одна из комнат — это туалет был когда-то. Непонятно, когда. С прекрасным видом из окна. Вентиляционные камеры.
Всегда опасаюсь, чтобы так заглянуть за дверь. А там кто-то стоит и прячется. Ну, человек, естественно. Потому что в таких местах встреча с людьми это самое неприятное. Потому что никогда не знаешь, чем эта встреча может закончиться. И что у этого человека на уме. И что он делает в этом месте ночью. Ну, хотя-то, может быть, он тоже снимает выпуск в поисках призрака. И надеется таки найти что-то необычное, что может как-то косвенно доказать существование паранормальных сил. Ну что ж, теперь идем на первый этаж и спускаемся в самый низ, в шахту. Помещение переливных чаш. Метан танка. Категория А. Класс помещения B1A. То есть это, насколько я понимаю, первый класс опасности, самый высокий. Скорее всего, на этой лестнице они увидели и услышали что-то необычное, потому что они не успели спуститься до самого конца, и уже здесь их что-то испугало. Но я пока что не слышу, не вижу ничего необычного, что могло бы напугать, кроме мрачных труб, ржавых лестниц и обшарпанных стен этого полуподвального помещения. Да, все действительно очень-очень стрёмно выглядит. Увидишь такое во сне, не испугаешься. Здесь, видимо, тоже какая-то вентиляционная камера была. Все сгнило. Как мы знаем, здесь был метан. Как мы теперь уже знаем. И поэтому эти комнаты должны были хорошо вентилироваться. Как же мне хочется все-таки нажать вот на эти кнопочки, чтобы они уже наконец-то что-нибудь запустили. Но здесь уже никогда ничего не будет запущено. Даже с этого якоря уже все давным-давно сняли. Что-то там крутится. Правда,
Центровка там уже давно сбита, но слава советским подшипникам, они до сих пор в масле и до сих пор крутятся. Да, шарики он все смазаны. Так, посмотрим, что у нас тут за дверью. Да, тут никого нету. Противопожарные ящики с песком. Разграбленные щитки растащены электрически. Вот здесь тоже разбомбили якорь. Даже с якоря сняли всю обмотку с установленного. Хватает то, что плохо лежит. Так, здесь у нас что за ям? Кто-то энергетики тут вокруг. Охранники, наверное. Да. Яма здесь неглубокая. Не думаю, что больше. Какой-то радиатор что-то охлаждал. Или нагревал. Нет, охлаждение. Нагрев здесь не мог быть. Здесь кто-то есть? Кто-то, кроме меня, здесь есть? Отзовитесь. Да. Бивка дверей все проржавела. Такое ощущение, как будто эта дверь изливает ржавые слезы по былым временам. Так много там комнат всяких. Спускаюсь ниже. С этими прутьями надо быть очень-очень осторожно. Хрен знает, как они приварены. Сварка может в любой момент отлететь. Там внизу плещется вода. Я там, если упаду отсюда, то поломаюсь очень сильно. И могу утонуть. Что не исключено. Как же здесь стрёмно, да? Каждая вот эта вот дверь на самом деле очень тяжело дается. Всегда боишься увидеть там кого-то внизу. Да, там еще бургит внизу. Совсем как-то не по себе становится. Сколько же здесь дверей-то? Ого! Летающая мышь, что ли? Да, точно. Выключу фонарь. Мышь куда-то испарилась. Летела, видимо, когда я фонарь включил. Очень неожиданно, кстати, в таком месте увидеть мышь. Я даже ни разу в заброшенных местах, в смысле в заброшенных зданиях, ни разу не встречал летучих мышей. Ну тут на тебе, пожалуйста. Наверное,
Где-то здесь она живет. Интересно, если открутить вот эти вот краны, что-нибудь произойдет, что-нибудь куда-нибудь потечет, польется. Наверное, тоже ничего крутануть. О. А тут начнется сейчас какое-нибудь неконтролируемое затопление помещения. Но резьба-то совсем свежая. Наверное, недавно что-то тут открутили. Везде конденсат. Трубах и на водяных трубах. Здесь довольно влажный воздух. Влажность здесь очень высокая. Надеюсь, здесь нет каких-то остатков метана, иначе я потом буду болеть или еще какая-нибудь фигня со мной приключится. Думаю, здесь уже все выдохлось за столько времени. Что ж, пойдем дальше. Скажу откровенно, на кладбище чувствуешь себя намного спокойней ночью, хоть спи. Здесь я такого покоя совершенно не ощущаю. Охренеть. Какой-то коридор. Сейчас я схожу туда, посмотрю, что там в конце него. Там вроде как какая-то дверь. Провал. Там у нас трубы идут, не провалиться бы здесь вместе с полом куда-нибудь вниз. Клеенка. Веник, шапка, ушанка, дверь. Нормально. Экономьте электроэнергию, не допускайте работы оборудования в холостую. Кто-нибудь боится паучков?
Вот вам паучок. Там у нас, видимо, улица. Да, я там вижу деревья. Туда мы не пойдем, там, наверное, закрыто. Они открываются. Ну ладно, хрен с ней. Открывать не будем. О! Следы работы металлистов. Отважные ребята. А если бы эти кабеля были бы под напряжением? Нехилое напряжение, однако. Ладно, вернемся назад. Посмотрим следующие комнаты. Нет, лучше я их трогать не буду. Мне еще не хватало, что здесь все рухнуло. СССР, 91 год. Какие-то там звуки стрёмные за двери. Надеюсь, через нее никто не придет. Какие-то веревки. Скорее всего, это вроде льна для того, чтобы изолировать резьбы. Здесь кто-то есть? Кто-то кроме меня здесь есть? Отзовитесь. Мне всегда было интересно, можно ли заснять призрак на камеру. Что он вообще из себя представляет, если они, конечно же, существуют. Но я верю в призраков. Народ о них говорит. Народ просто так болтать не будет. Будет, конечно. Но есть же какие-то источники, откуда взялись все эти поверья о призраках. О демонах и прочих аномальных существах.
с экрана в воде, как будто бы все еще работает, идет конденсат. Это, видимо, с самого низа затопленной шахты. Сейчас я спущусь вниз. Главное не упасть. Посмотрим, что там. Все, дальше спускаться не имеет смысла, там вот по колено на той площадке. Очень стрёмно смотрится. Одни краны под водой. Краны. Пол. Бетонный. Покрытый чем-то рудиево. Больше ничего интересного нет. Комнат здесь больше никаких нет. Ничего нет. Данная конструкция, однако. Вот, буду подниматься. Вот о чем я говорил. Оторванный пруд, они приварены к площадке. Ну, и площадка может оторваться в любой момент. Так что если вы решитесь лазить по подобным местам, то будьте предельно осторожны. Потому что неизвестно, чем может закончится для вас подобная вывозка. Свет? Нет, света нет. Было бы интересно, если бы сейчас так и все бы здесь включилось. Сейчас я попробую сделать пару фотографий. Говорят, что призраков можно обнаружить на сделанных фотографиях. На камеру они неохотно фиксируются. Вот на фотопленку без проблем. Так, я достал фотоаппарат. Сейчас я выключу свет, оставлю найтшот и попробую сделать пару снимков. Так, сейчас я отойду от этого провала подальше. Сниму другие помещения. Посмотрим потом, будет ли что-нибудь зафиксировано на фотоаппарат или нет.
На этом все.